Все время я получаю указания, такие вроде бы банальные. И во всем, в каждой мелочи. Не клади этот предмет так, положи вот так. И вот внезапно что-нибудь происходит, он ломается или падает. Действительно очень интересно. Как я ее хорошо понимаю, вот, когда у меня это начиналось, вот знаю, вот сейчас сюда поставлю, обязательно упадет. Ну ладно, так, вот падает. Вот, ну, вот до смешного совершенно. Вот знаю, что вот если сейчас не переставлю, обязательно это или упадет, или пропадет, потом не найдешь даже. Но вот такие тонкие вещи, когда идет переход от вот этой механической деятельности, как робот, ты поставил для этого, вот, ну, а тут надо быть в процессе. Вот сюда ставишь, вот сюда крайне надо. То есть я говорю, вот сюда сдвинь чуть-чуть, по мелочи, как бы, придирки какие-то. Но это придирки, это настрой как бы на новый вариант взаимодействия с реальностью, чтобы что-то не произошло. То есть упреждают, тебе показывают, что в мелочах вот ты... Давай здесь, начиная с этих мелочей, потом и по-крупному что-то будет упреждаться. Вот такой интересный переходный процесс. У меня этот период обучения бдительности и послушанию, то есть слушать тихий голос души, проходил довольно долго. До тех пор, пока я не научился внимать малейшим намекам на возможность получить неприятность в самых банальных ситуациях. Не говори то, не делай это, не ставь это так, вот, понимаете, вот какая-то мелочь, вот. А позже ты подвержаешься экзаменационной проверке, где уже в более сложных ситуациях, более серьезными последствиями, при непослушании тебя строго наказывают. Понятно? Вот чуть не послушал, вот по мелочи. Вот, например, вот простите вот за это самое. Вот возьми, положи расческу в карман, держишь в руках, в унитаз уронил. Вот вы можете себе представить? Вот, ну, вот сказать, держи в руках, она там. Ну вот такая мелочь, казалось бы, до смешного, но тебя учат, слушайся подсказкам. Они идут постоянно. То есть вот этот переход от механического робота к осознанному контакту с внешним миром, он очень такой бывает нелепый, как-то не очень адекватные вещи бывают. Но слушайтесь, учитесь слушать голос души. Что не надо делать, что можно сделать, ну, в пределах, так сказать, допустимого. Вот. Понятно, что у нее, по сути, идет переходный процесс от деятельности под контролем психического существа к абсолютно безошибочной деятельности, интуитивно-сверхсознательной. И как только этот переход завершится, тогда вся ваша повседневная жизнь полнится очень маленькими неожиданными чудесами. То есть все идет нормально, все адекватно, наполняет вас тихой радостью. То есть вот все постепенно-постепенно становится, ну, благодатным, что ли. Каждое ваше действие, движение, все это делается уже в дальнейшем на фоне благодати, радости. Ну вот по переходный процесс, там какие-то неприятности. Не послушался, уже знаешь, что это может произойти. И происходит. Ночи становятся все более невероятными. Каждую ночь я встречаю множество людей. Физически я их совсем не знаю, но я связан с ними, как бы с близкими, рабочими взаимоотношениями, как с кем-то встречаются ежедневно. И это продолжается каждую ночь. Это разные люди. Так что получается, что я работаю с сотнями и сотнями людей. Но она здесь опять говорит о своем пребывании в мире сновидений, где она проявляет сознательную активность, взаимодействует со множеством самых разных, совершенно незнакомых ей людей, считая, что это является теперь ее, ну, частью ее работы на благо человечества. Так вот, надо отметить, что всякая сознательная деятельность в сновидениях, то есть деятельность под контролем нашей истинной сущности, способна изменять кармические связи, предотвращая тем самым многие неприятности, которые формируются прежде их проявления в физическом мире на тонком плане бытия. В сновидениях нам иногда показывают в ситуациях, в которых мы должны принять правильное решение, что, приняв правильное решение, мы способны изменить и течение событий в физическом мире, ну, в состоянии бодрствования. И не случайно вот эти сны бывают, как бы провидческие сны или вещие сны.
Это то, что говорит о том, что на тонком плане бытия зарождается все то, что потом материализуется на физическом плане, в физическом мире. Поэтому ваше правильное поведение в щекотливых ситуациях в мире сновидений способно какие-то кармические неприятности предотвратить на физическом плане бытия. Так что сознательное поведение в сновидениях – это великая вещь. Не осознавать, что ты в сновидении. Некоторые говорят, что такое сознать, чтобы я осознавал, что я в сновидении нахожусь. Это не обязательно. Просто там вы должны вести себя хорошо, прилично, так же, как и в состоянии бодрствования. То есть сознание должно быть идентичным. И там оно должно быть одинаковым. Со временем, по мере роста и расширения сознания, так оно и будет. То есть сознание у вас будет стабильно. Куда бы вы ни попали, будете нормально себя вести и чувствовать. В глубокой древности, если люди видели в сновидении своих умерших родственников и друзей, то им не надо было никаких научных доказательств продолжения жизни после смерти тела. Если ты во сне умершего родственника увидел, да, или человека, который умер, то не надо ничего доказывать, там, что жизнь существует после смерти, что она непрерывна. Увидел, значит, живой. Все, значит, ты не помрешь. То есть для них это было нормально. Живые просто перемещали умерших на небо или под землю, где они продолжали существовать, а общаясь ночами в этом мире подлунном с его жителями. Так что там не было никаких научных доказательств о существовании жизни после смерти. Во сне увидел, но они же не понимали, сон это или явь. Да, там же никакие эти исследования не проводились, энцефалограммы не снимались. Увидел, значит, живой. Ясно? Все. А вам все подавай доказательства, прерывается жизнь или нет после оставления тела. Глумные вы все, от того и все беды, от ума. Это очень конкретно, как физическая жизнь. Все происходит в тонком физическом. Конкретно в том смысле, что если ешь, то ощущаешь вкус, когда прикасаешься, осязаешь и запахи чувствуешь. Какие истории? Истории просто фантастические, она в мире сновидений говорит. Я это не записываю, на это уходили бы часы, до одного того и не стоит. Но какие бы это были рассказы? Вот здесь она говорит о фантастических, восторженно, фантастических историях и приключениях, которые происходят с ней в мире сновидений. Это понятно. Она открыла для себя новую реальность. Реальность тонкого мира, реальность астрального плана. До этого она спала где-то там в нирване, как она рассказывала. Она уносилась туда кверху, сновидений не видела. Где-то 2-3 часа отдыха, и у нее было как все в порядке. А потом тело стало уставать. Но она стала видеть сновидение. То есть она как бы заземлилась и не стала терять связь с телом, с реальной жизнью в сновидениях. Поэтому она удивляется. Она их не видела, этих самых снов-то. Это для нее открытие было. Для нас это нормально, да, в мире сновидений пребывать. Вот. А для нее это было открытием. Эта новая реальность вот, пребывания в тонком мире, она открыла недавно. Открыла и удивилась, что это вообще существует. А так она спала довольно долго отдельно от тела, чуть выше тела, где-то над головой. Это было ее нормальное состояние в ночное время. Вот. Как только у меня окончательно проявилась сознательность в сновидениях, а это произошло вскоре после духовного рождения, я намеренно, опытным путем исследовал свои ощущения, стараясь понять, какие чувства свойственны этому плану бытия. Оказалось, что обоняние сохраняется, осязание, вкус предельно утонченные, они полностью сохраняются. Звуков, в смысле речи, не слышно. Но для себя я тогда это объяснил, что там нет проводящей среды. Ну, воздуха, да, чтобы звуков там не слышно. Звук действительно не слышно, потому что общение осуществляется большей частью посредством внутренней речи. А так обоняние, осязание ощущается. Тоже в сновидениях. Не проверяли, нет? Я специально проверял. В детстве я слышала. А? В детстве слышала музыку во сне. Музыку? Да. Ты могла это не во сне слышать, а в таком состоянии предсонья.
Вот. Ну, просто там могут быть вот такие нюансы. Вот речи нет, ты не общаешься. Вот там. Там как бы идет, ну, речемыслительный процесс, он как бы молча. Ты все общаешься, ну, так вот, на понимании интуитивном. Там звуков нет. А все остальное присутствует. Вот я помню, что женщина в черной шляпке, вуаль темная. Я специально прикасаюсь к этой сеточке и чувствую пальцем. Да, она есть, вот эта сеточка, вуаль. Я ее ощутил во сне. Мне просто интересно было попробовать, есть ли тонкое вот ощущение. Ну, какой-то период был, когда я пытался эти ощущения в сновидениях идентифицировать с обычными нашими вот в физическом мире ощущениями. Это получилось. Там какая-то внутренняя речь. Посредством внутренней речи общение осуществляется. По поводу военной и прочих угроз и опасностей. По сути, тут только одно утешение, что всегда происходит только то, что должно произойти по воле Господа. В таком сознании я и живу. Я совсем не беспокоюсь ничуть. Но хочу сказать, что на самом деле объективно мы не знаем ничего. Но комментировать происходящее в земном человечестве не имеет никакого смысла, равно как и возмущаться этим, ибо все в конечном счете подчиняется Всевышней воле и направлено исключительно на то, чтобы как можно большее число индивидов принесли духовные плоды на тонкий план бытия. А невежественное человечество в целом – это поле духовного плодоношения, и возделывается оно Господом с применением средств, не всегда адекватных нашему человеческому представлению о гуманности, о справедливости. А потому, пребывая в новом сознании, которому ведомы замыслы Всевышнего, мы не проявляем никакого беспокойства по поводу настоящего и будущего, ибо ничего могущего повредить душам тех, кто искренне стремится обрести истину божественную, не происходит и произойти не может. И кармически все складывается в пользу их духовного роста, как на индивидуальном, так и на общечеловеческом уровне. Знаете, у кого находится ядерная копка? Ну, простой вопрос. У Господа Бога, правильно. Если он не сочтет нужным на нее нажать, то никакие ядерные чемоданчики, там президентские, роли не будут играть. Вот. Поэтому сегодня, когда мир напичкан разного рода вот страшными дубинами, вот этими ракетами, зарядами могучей силы, сегодня это не работает. Сегодня этим устрашить никого уже нельзя. Потому что мир все равно неадекватно воспринимается людьми, особенно в режиме эмоциональной деятельности. Так что никакие угрозы ядерные сегодня, они как сдерживающий фактор уже не работают. Просто не работают, потому что все уже давно перемешалось вот в этом хаотичном мышлении людей, в тесном таком переплетении фантазии, реальности и вот этих страхов и сомнений. Так что сегодня другое время. Если говорить об историческом процессе, то его течение альтернатив не имеет. Ибо в каждый текущий момент времени им движет могучая, равнодействующая воля. То есть огромное множество человеческих воль эгоистических и одна единственная воля божественного провидения, которая вот все-таки суммирует все это и в одном направлении только может двигаться. Нет разнонаправленных движений. Потому что направление одно, только одно. Вот. И именно это равнодействующее прокладывает то единственное возможное историческое русло народа, страны и земного человечества в целом, а потому сетовать на то, что судьба могла быть иной, например, стать на место одного человека правителя, кто-то другой, несостоятельно.
ибо в божественной игре, в которой вовлечено все земное человечество, все имеет сокровенный смысл, не подвластный нашему уму, но хорошо осязаемый пробужденной душой. Поэтому вот та позиция «на все воля Господа, а в историческом процессе, в твоей судьбе», ну особенно это вот как бы ярко, находит яркое подтверждение, она должна быть незыблемой, эта позиция. Делай то, что надлежит тебе делать, и тогда ты будешь в абсолютной безопасности, в полной безопасности. Другого варианта просто нет. Исторический период очень короток. И такая, как она есть, история полна неопределенности. Притом она такая короткая. Может быть, сознательные усилия вед индийских появились после тысяч лет поисков, изучений, цивилизаций, которые не оставляли никаких следов. Ведь они примерно высчитали время появления человека на Земле несколько миллионов лет тому назад. А вот из этого времени мы знаем только 5000 лет. И действительно, 5000 лет известной нам истории земного человечества – это со времени появления письменных источников. Не было письменных источников, мы вообще ничего знать об этом не могли. Только с появлением письменности, источников письменных, мы знаем, что было. А что было? Это бесконечные войны, распри, переселение народов, образование, распад государств и прочее. То есть ничего хорошего и светлого вот в плане такой социальной, что ли, жизни в историческом процессе не было. Но параллельно с этими трагическими событиями и разного рода научными изысканиями шел последовательный поиск путей духовной реализации. То есть путей духовной реализации, призванных освободить человека от уз неведения и, самое главное, от уз ее величества смерти. И от примитивных верований и магических обрядов через немыслимую сложность и явную несостоятельность пробных вариантах и череду частично правильных решений, этот поиск привел, наконец, сегодня к простому, научно обоснованному и практически действенному решению этой извечной проблемы. Путь сознательной духовной эволюции, еще раз хочу подчеркнуть, венчает сегодня эту долгую, многотрудную и архиважную работу всех предшествующих покорений. А от искреннего искателя истины сегодня требуется незамедлительно стать на этот путь и доверительно открывшись божественной силе, в сотворчестве с ней, последовательно продвигаться в направлении обретения своей истинной сущности, то, что Спаситель называл обретением Царства Божьего, и жизни вечной, то есть победить смерть в конечном счете. Ибо смерть и невежество, невежество в духовном плане, и смерть как факт, это главные недуги человечества. Вот если мы, работая на пути, не победим свое невежество и не победим смерть, то вообще земная жизнь, она никакого смысла, ну, не имеет. Родился, получил удовольствие, расплатился за них, состарился и умер. Ну, это жизнь, ну, что это такое? А? Смешно? Или так? Ну, как нехорошо. Мне, например, неуютно, вот, если смысл жизни только в этом. Честно скажу. Поэтому я искал что-то, что могло бы как-то все это превзойти. И принципиально новые ориентиры, где-то внутренние ориентиры в нашей душе, заложенные изначально в нашем сердце, как стремление все-таки победить вот эти недуги. То есть истинный смысл существования обрести и перестать умирать. А другого варианта, приемлемого для нормального человека, духовно одаренного, просто нет. Я обратилась к Господу. Было это 18 октября 1964 года, говорит мать. Все-таки почему бы мне не делать что-нибудь для таких вот людей, которые верят в мое всемогущество, для таких милых людей? Почему я не творю чудес? Я задала этот вопрос полусерьезно, полушутя. И тут вдруг это стало очень серьезным. Внезапно божественное присутствие стало очень интенсивным, все стало очень серьезным, и я почувствовала, как что-то сказало мне совершенно однозначно. Это выразил в словах: «Ты не должна обладать силами, потому что все должно совершаться иначе». И полное понимание.
Так вот, здесь речь идет о том, что в какой-то момент у нее появился соблазн через посредство совершения чудес привлечь к себе внимание несовершенных людей, которые верят в ее всемогущество, и помочь им в одночасье стать другими. Вот такой соблазн возник. Однако внутренний голос тотчас пресек ее измышления на эту тему и категорически заявил: «Все должно совершаться иначе». А что значит «иначе»? Это означает, что она должна стать живым примером полномасштабной духовной реализации, пребывая среди людей в силе духа и благодати, незримо оказывать на них заразительное воздействие, вибрационное воздействие, способное пробудить в их сердцах стремление к сознательной духовной работе, чтобы эти потенциальные иждивенцы уже законным путем, а не посредством чуда, реализовали себя на духовном поприще. Образцом подобной работы является преодолевший все искушения Спаситель и его земная миссия, миссия служения людям. Вот Спаситель нам продемонстрировал, что все надо делать законным путем. А поддавшись искушению спасать людей негодными средствами, с использованием каких-то сакральных магических приемов, вы неизбежно попадаетесь или продаетесь оккультным силам, попадая в их цепкие лапы. Они, поверьте, не замедлят использовать вас в своих корыстных, разрушительных, прежде всего, целях. Подобное искушение, коль оно возникло, надо непременно преодолеть, памятуя о необратимых пагубных последствиях для вас и для тех, кого вы намереваетесь соблазнить вмешательством в их судьбу, кармическую судьбу. И помните, что истинное чудо присутствует в каждом из нас. Это частицы Господа в нашем сердце. Вот это истинное чудо в каждом из нас, и ее, эта частица, надо непременно открыть. Открыть через посредство стяжания божественной силы, напряженность, которая сегодня присутствует в каждой точке пространства. И как только вы доверяете обожаемому вами чудотворцу больше, чем Господу, то Господь тотчас от вас отворачивается. То есть все надо приобретать законным путем. Для этого есть и силы, и средства. Так что пытаться как-то изменить свою судьбу и в одночасье стать тем, кем вам бы хотелось, с помощью кого-то или чего-то, это то, что обречено заранее на провал. После услышанного ответа мать написала: «Те, кто приходит ко мне с намерением получить льготы, разочарованы, ведь я не обладаю силами». И далее. И тут случилось, вот она замечательно здесь почувствовала, вот я потом поясню, что. И тут случилась почти фантастическая вещь. Целая армия враждебных сил была приведена к молчанию. Мгновенно атмосфера прояснилась и стало сразу легче. Так вот, речь идет о том, что как только она избавилась от мысли предоставлять льготы или помогать духовным иждивенцам и фактически покаянно признала свою неправоту в этом вопросе перед Господом, произошла фантастическая вещь. Полчища враждебных сил, которые долгое время ее осаждали и постоянно подзуживали ее совершать противоконное действие, то есть действие противное Господу, все эти силы вмиг умолкли. Вся витальная нечисть потерпела поражение, и окружающая атмосфера прояснилась. И действительно, диву даешься, сколько всякой астральной нечисти только и ждет, чтобы мы оступились, чтобы мы начали своевольничать. И тогда мы оказываемся в их руках в качестве проводников темной воли, противников Господа. И все эти нынешние маги, колдуны, экстрасенсы, видящие, слышащие, спасители человечества берут на себя тягчайший грех, как соблазнители неокрепших человеческих душ. Так что те, кто не зашел еще слишком далеко в своем эгоистическом стремлении спасать людей негодными или, правильно сказать, неугодными Господу средствами, извлекая при этом корысть, пора бы остановиться, потому что это ни к чему хорошему не приведет.
Потом, хорошенько всмотревшись в это, я поняла, что эта примесь в людских мыслях, в чувствах людей, в их подходе к духовной жизни – это просто катастрофы. Они всегда, люди, всегда чего-то хотят, всегда чего-то требуют, всего чего-то ожидают. На деле это постоянный торг, непотребность самоотдачи, непотребность раствориться в божественном, исчезнуть в нем. Нет, они пытаются взять и получить то, чего они хотят. Ну, это всем выбравшим для себя путь сознательной духовной эволюции надо выучить наизусть. То есть переписать, наверное, по нескольку раз, чтобы вся эгоистическая примесь в ваших мыслях, в чувствах и в вашем подходе к духовной жизни, примесь, требующая, ожидающая результата, перестала существовать. В противном случае вы будете просто топтаться на месте, постоянно сетуя на то, что с вами ничего не происходит. И коль вы становитесь на путь постижения Господа, то в вашем сердце должна разгореться потребность полностью с Ним воссоединиться, стремление воссоединиться с Ним, а не что-то получить в результате духовной работы. Не требовать от Него каких-то льгот, не требовать от Него поблажек для себя и своих близких. А духовно обанкротившаяся церковь, неуклонно снижая планку, выставленную Спасителем, а планка выставлена была в Евангелии, как «И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Так вот, духовно обанкротившаяся церковь, снижая эту планку, развратила людей просительными молитвами, куплей-продажей эгоистических желаний, вместо всецелой сдачи, безоговорочной сдачи в руки Всевышнего Господа. А потому ничего не просите, ничего не ждите и навсегда забудьте о результате. А он непременно состоится в том виде, который будет угоден Господу. Не просите ничего. Никаких просительных молитв. И далее она продолжает. Это помогло мне понять, что одним из наиболее серьезных препятствий является вот это отклонение стремления на жажду что-то получить. Ну, кто не отклоняется? Так вот, самоотдача, совершенно чистое стремление, которое не ждет никакого результата, совершенно свободное от всякой идеи о результате, стремление в его сущностной чистоте, свободной от примеси эгоистического желания, такое теперь нечасто встречается. Нечасто. И действительно, большинство так называемых искателей истины несут в себе не стремление во что бы то ни стало воссоединиться с божественным присутствием в себе, да, а страстное витальное желание что-то от Господа получить. Так что протестируйте себя на этот предмет. Что движет вами в работе на пути? Искреннее стремление воссоединиться с Господом, вернуться домой, или желание что-то получить в этой мирской жизни от так называемого Господа? Так что протестируйте себя. И действительно, совсем не часто встречаются сегодня те, кто свободен от этой примеси эгоистической, от желания что-то от Господа получить. То есть вот та самая идея о результате, идея о том, что вы должны что-то получить, вот, это уже, так сказать, ну, в самом начале вашей работы на пути является серьезным препятствием духовной реализации. И обнаружив в себе вот эту червоточину неискренности, именно червоточину неискренности, не отчаивайтесь, а всем своим существом в молчании ума действительно признайтесь Господу в своей неискренности по отношению к Нему. И попросите, если уж это, так сказать, вам не имет что-то у него попросить, решите эту проблему. Это будет достойная просьба. И если вы будете в своих обращениях к Господу предельно искренне, то Он непременно на вашу просьбу откликнется, дав знать об этом теплом благодати божественной в вашем сердце. Обязательно откликнется, вы это почувствуете. И помните, если у вас есть хоть малейшая примесь желания что-то от Господа получить, неважно, что именно, вы не сдались Ему полностью, то есть сдачи нет. Не желая получить ничего,
а исключительно стремясь с ним воссоединиться, вы получите все, даже то, о чем и мечтать не могли. Получите все сполна, при полной сдаче ему. Слово «льготы» тут употреблено обдуманно. Это специально, оно действительно означает льготы. Тебе помогают осуществить необходимый прогресс, это замечательно. Но они хотят еще и результат получить, не проходя пути. Но только это невозможно. Именно этого, получения результата, не проходя пути, не должно быть. И действительно, в истинной духовной работе каждый индивид должен пройти свой путь. Вначале согласно предписанной с рождения в теле кармической программе, а в дальнейшем согласно Всевышней воле, которая после духовного рождения ведет человека к окончательной духовной реализации. Кармические законы, тем более Господа, обмануть невозможно. То есть каждый искатель истины должен пройти все, что предписано ему свыше. Пройти ради своего же блага. И если Господь сочтет нужным, то Он сам Он именно предоставит вам льготы. А просто так, без особого труда, между делом выторговать у Него желаемый результат не получится. Не проходя законного пути постижения истины, результата не будет. Что касается меня, я вот о себе скажу, то, став на путь сознательной духовной эволюции, я никогда ни о чем не просил Господа, ни в отношении себя, ни моих близких, хотя были очень сложные ситуации, в частности, с детьми, никогда не просил. Полностью доверялся на Его волю. У меня даже язык не поворачивался, мысль, чтобы попросить. И эти ситуации как-то чудесным образом разрешались, без обращения к Господу. Это отнюдь с моей стороны не было проявлением гордыни. Мол, сам справлюсь, просто я изначально целиком полагался на Его волю. Еще я никогда не желал обладать какими-то особыми силами, чтобы воздействовать на что-то или на кого-то. В этом отношении мне, можно сказать, повезло. У меня ни малейшей мысли в этом отношении не возникало. Плюс ко всему, я никогда не хотел никого спасать. А если что-то в этом плане происходило, то происходило абсолютно спонтанно, без вмешательства эгоистической воли. Как все чудесным образом образовывалось. В основном от религии люди всегда ждут именно льгот. Любой религии. Бог – это божество, которое должно оказывать людям услуги. Я в тебя верю, и поэтому ты должен для меня сделать вот это. Но это формулируется не в такой примитивной форме, но это так по сути. Здесь нет стремления, чтобы тебя вели в пути, чтобы делать именно то, что требуется для духовной трансформации. Чудес и привилегий, нелогичных и бессмысленных вещей – вот чего люди ждут от Бога. Вместо того, чтобы желать возрастающего прогресса в душе, божественного прогресса. Так вот, запомните, что если у вас имеется хоть малейшее требование к Господу, если у вас присутствует хоть капелька вашего желания что-то от Него получить, какими бы витиеватыми фразами это не было завуалировано, вы безмерно далеки от Него. Он вас не знает, Он вас не видит, ибо вы общаетесь с Ним не на Его волне, вы общаетесь с Ним на эгоистической, вашей эгоистической волне. И только повелительное стремление окончательно воссоединиться с Ним и во всем исполнять Его волю, которая проявляется через крещение Духом, через открытость Духу, должно определять вашу позицию в работе на пути. Господь не машина, призванная выполнять все ваши эгоистические прихоти и желания, какими бы драматическими красками вы их не окрашивали, там трагедийными красками, вот, бесполезно, это пустое занятие. Смиренное приятие не всегда благостного настоящего,
без каких-либо вопросов и оговорок, в конечном счете позволит вам полностью рассчитаться с трагическим прошлым и начать совершенно новую жизнь, свободную и благодатную, где невозможно даже малейшее помышление чем-то, в частности, чем-то обеспокоить Господа. Чего я буду беспокоить там ради каких-то там сами своих корыстных просьб, чтобы мне было хорошо и было хорошо моим детям. Так что поймите, наконец, что самое простое и самое эффективное средство – воссоединиться с Господом, ничего у Него не просить, а смиренно и с благодарностью принимать все, что Он нам преподносит в жизни. То есть позиция «от Него это было» – это самая правильная, единственная верная позиция. Понятно? От Него это было. Принимайте и благодарите за все. Вот тогда начнутся чудеса в вашей жизни, в вашей работе на пути. С этого момента, как вы действительно полностью Ему предадите себя в Его руки. А другого варианта просто нет. Именно это было мне ясно сказано. Не должно быть никаких чудодейственных сил. Сила помощи полностью здесь. Конечно, но чудодейственная сила, дающая то, что не является результатом достигнутого прогресса, этого быть не должно. Вот потрясающее откровение матери, полученное свыше. Не должно быть никаких чудодейственных сил. Все, что вы достигли в результате вашего духовного прогресса, в результате вашей работы на пути сознательной эволюции, определяет вашу настоящую жизнь, определяет степень ее свободы и благости. Иными словами, Господь сам, без ваших напоминаний, вы не должны Ему напоминать, дает вам то, что вы на данный момент действительно заслужили, и что вам действительно необходимо для духовного роста. Так что чем меньше я, тем больше Бога. Вот в этой краткой формуле и есть квинтэссенция духовного роста. Устранитесь, и место вашего эго займет Господь. Уберите эго, больше ничего не нужно. Вновь о переживании 18 октября, когда мать освободилась от влияния враждебных сил. Это было великолепие, словно физический мир стал вдруг солнечным миром, великолепным, лучистым, таким светлым, таким гармоничным. Это было чудо. Это переживание принесло стабильность, какой раньше не было. Стабильность и определенность. Уверенность в том, что все всегда будет хорошо. И действительно, освобождение от влияния враждебных сил означает окончательное переселение в новое тонкое вибрационное тело, в котором нет эгоистических мишеней, по которым стреляют враждебные силы. То есть мать окончательно переселилась в эту новую структуру, и враждебным силам ее достать уже невозможно. И она отмечает появление фундаментальной стабильности состояния, которое раньше не наблюдалось. То есть уходит пораженческий фон, тревожный фон, который постоянно сопровождает нас по жизни. То есть если у нас сейчас все хорошо, то где-то за спиной совсем рядом пораженческий фон. То есть в один момент может быть плохо. Есть такое? Вот все время вот этот фон. И вот когда переселяется ваше сознание в новую структуру, тонкую и вибрационную, вот этот пораженческий фон уходит. Уходит, потому что враждебные силы стреляют только по тем структурам, которые связывают вас с физическим телом, то есть с материальным миром. А коль вы с телом размежевались и окончательно переселились в новую структуру, то и уходит пораженческий фон. Причем эта уверенность в том, что все будет хорошо, вот с некоторых пор, вот с момента окончательного переселения в новую структуру, исходит не от тебя, она вселяется в тебя Господом. Это, ну, новое ощущение, то есть ты к этому отношения не имеешь. Все будет на самом деле хорошо. И с этого времени ты отказываешься даже в мимолетных мыслях получить от него что-либо, то есть какие-то льготы, обладать какими-то силами, влиять на что-то. И в вашей жизни, теперь вот в вашей жизни, все происходит так, как угодно только ему.
Это действительно чудо из чудес, и есть в тебе какое-то внутреннее мимолетное чувство в отношении будущего. Вот надо сказать, вот это мимолетное чувство, оно, ну, как бы присутствует, но оно не есть что-то вот реальное и определенное. Что было бы лучше, если бы было это так. Но ты ни на чем не настаиваешь, ни на чем не просишь и готов принять худшее. Однако практически всегда случается так, как было бы лучше. Очень странная такая вещь. Но ты не настаиваешь, но понимаешь, как бы прозреваешь, что так было бы лучше. Ну все, пауза, и оно так, как было бы лучше, оно так и происходит. Очень странная такая вещь. Вот. Не настаиваешь, но оно ощущается, как бы предвидишь результат, но на нем не настаиваешь, не просишь. И оно так случается, очень интересно. Потому что ты всегда готов принять худшее по человеческим меркам. Этому никогда не перестаешь удивляться. Это можно, наверное, назвать, ну, тонким предвидением результата, что ли. Вот тонко ты его предвидишь, но готов на все. И результат вот тот, который ты тонко предвидел. Ведь тело месяцами, можно сказать, не месяцами, а годами, жило в постоянном напряжении. Всегда в ожидании следующей минутки, следующего мгновения, всегда в какой-то спешке или неуверенности, рвалось вперед, как будто следующее мгновение будет лучше предыдущего. Эта вечная неустойчивость становилась огромным препятствием для установления божественной вибрации в клетках. И вот 18-го вместе с этим переживанием появилась уверенность в полном триумфе. Так вот, наше физическое тело действительно живет в постоянном напряжении, вызванном прежде всего генетической тревогой клеток, запрограммированной на конечность существования. И постоянный подсознательный страх и опасение за будущее, беспокойное желание заглянуть вперед в призрачной надежде на лучшее, вызывает у человека психофизическую нестабильность и пробуждают в нас пораженческие настроения. И вот, наконец, тело, физическое тело, окончательно погруженное в новую вибрационную среду, сбрасывает с себя вот это гнетущее ярмо сметной жизни и начинает жить уже не в тревоге за будущее, а начинает жить от мгновения к мгновению, то есть наслаждаясь доселе неведомой ему благодатью пребывания в поле божественных вибраций. И после стольких лет беспокойного существования в физическом теле эта победа поражает нашу уверенность в грядущем триумфе, триумфе жизни вечной. Это архиважный переломный момент в работе на пути сознательной духовной эволюции, означает, я бы сказал, грандиозное новоселье. Окончательное переселение того, кого мы называем собою, из старого физического тела в новую тонкую вибрационную структуру. Носитель жизни вечной. Видите, переселились, все. Понимаете, как хорошо, когда переселишься вот туда, где даже ни малейшей мыслишки-то о смерти и конечности существования нету. И состояние тела к тому, что было раньше, уже не вернулось, говорит она. И близко этого нет. Появилось состояние умиротворенного покоя. Тело больше не чувствует. У него нет больше этого чувства постоянной неопределенности. С этим покончено. Так вот, в тесном эволюционном симбиозе двух тел, старого физического и нового вибрационного, где каждая находится уже под присмотром и водительством Господа, рождается состояние умиротворенного покоя, которое невозможно ничем поколебать. Теперь все в вашем новом доме, в вашем новом состоянии подчинено одной воле, Всевышней воле, для которой никаких преград не существует. А физическое тело живет теперь не по нашей указке, а по своим собственным законам, своими собственными запросами, к которым нам остается только прислушиваться и по возможности неукоснительно исполнять. Тело сейчас учится одному и учится не усилию, которое нужно сделать,
а учатся стихийному условию. Все, что происходит, происходит для прогресса. Все, что происходит, происходит для того, чтобы достичь истинного состояния, того, которое ожидается от клеток, чтобы могла завершиться божественная реализация. Даже удары, даже боль, даже очевидные расстройства – все именно для этой цели, для завершения духовной реализации. Но абсолютное приятие всего, что с вами происходит, неважно на каком плане, приятие без сомнений, без вопросов – это непременное условие нашего дальнейшего продвижения по пути сознательной духовной эволюции. Ибо на этом этапе работы, когда старое физическое и новое вибрационное тело полностью размежевались – и связаны между собой только как проводники божественной воли. Все теперь подчинено одной единственной цели. То есть все подчинено окончательному обретению жизни вечной, окончательному единению со Всевышним. Но со временем вот то, что могло бы казаться и казалось нежелательным, все режет, встречается. И, наконец, просто нежелательное, то, что мы называли нежелательным, просто перестает существовать. Все становится желаемым, ибо исходит непосредственно от Господа, от Его воли. То есть нежелательного, то, что можно назвать нежелательным, вообще не происходит. Ну, по человеческим меркам. Его нету. Не происходит. Вот это чудо. От окружающих помощи никакой. У тех, кто непосредственно рядом со мной, нет веры. Так что они не помогают, потому что ментальная атмосфера неблагоприятна. Разумом смотришь на это и улыбаешься, но тело немного чувствует, оно немного чувствует давление пораженческих формаций вокруг тебя. Но оно знает, почему окружение именно такое. С материальной точки зрения, такое окружение как раз то, что нужно. Именно то, что нужно телу. Нужна такая атмосфера, чтобы не усугублялись материальные трудности. Так вот, о чем она здесь говорит? Очень интересное наблюдение, очень тонкое наблюдение. Пораженческая атмосфера окружающего материального мира, включая настроение людей, как ни странно это звучит, прямо способствует вашему эволюционному росту, подвергая, я бы сказал, своеобразной закалке, достигнутой вами в работе на пути. Внутренние противодействия преодолены, то есть внутри вашей структуры, да, теперь выходят на первый план внешние противодействия. И мать правильно говорит, вокруг пораженцы, а вы пребываете в сознании победителя. Чем сильнее сгущаются пораженческие настроения вокруг вас, тем более прочными становятся ваши достижения. Это результат действия одного из основных законов эволюции, духовной эволюции, закона поддержания продуктивной эволюционной напряженности в эволюционном поле. Случается так, что до какого-то момента, например, вы идете по пути рука об руку с кем-то, казалось бы, близким вам по духу. Но однажды ваш попутчик вдруг становится вашим яростным противником. Этому тоже не стоит удивляться. Он сдал свои позиции, оказался предателем по причине невытравленной до конца эгоистической воли. Враждебные силы десантировались на территорию его эго. Это эго может быть и духовным, после духовного рождения оно может появиться. И начали враждебные силы последовательно уничтожать вот эти зыбкие пока духовные завоевания. В результате все может закончиться полным духовным крахом. И никакие увещевания с вашей стороны, вашего бывшего соратника, не могут его вернуть на исходную позицию. И если агрессия этого человека по отношению к вам начинает зашкаливать за разумный предел, то ничего не остается, как безо всякого сожаления с ним расстаться, поблагодарив за помощь в части создания эволюционной напряженности и за преподанный урок. Такое тоже встречается, я не скажу, что часто, но такие случаи имели место. О состоянии блаженства на клеточном уровне. Мать говорит, нужно уметь сохранять это блаженство в полностью активном состоянии,
при полном погружении в духовную работу. Я не говорю о внутренней радости, речь совсем не о ней. Об этом и вопрос не стоит совсем. Она устанавливается просто. Я говорю о радости в самом теле. То есть она говорит о радости в новом вибрационном теле, потому что это тело само по себе соткано из вибраций божественной благодати, или из вибраций радости, радости из ничего. Вот эта новая структура, она и есть сама по себе, это радость, это благодать, фундаментальная благодать. Вот. Если после духовного рождения состояние психической благодати, то есть благодати, которая исходит из духовного центра, частично отступает на второй план, часто это бывает, особенно в условиях контакта с людьми, то вновь обретенное состояние вибрационной благодати уже никогда и никуда не отступает, являясь нашим надежным прибежищем и универсальной защитой на все случаи жизни. И пребывая в материальном мире, вы полностью дистанцируетесь от него, от этого мира, от его деструктивных влияний, находясь как бы чуточку сзади. Если кто-то думает, что существуют какие-то специальные методы, никакие методы уже давно вами не используются, позволяющие выставлять подобную защиту в минуту опасности, вот опасности вы выставляете защиту, то эти люди глубоко заблуждаются. Ибо это результат всецелого покойного предания себя в руки божественной воли. Если вы целиком преданы воле, и отступление уже невозможно, да, то она, эта воля, создает вам надежную защиту и не допускает того, что хоть в малейшей степени может вам повредить. Вот это вот новое состояние, чувство абсолютной защищенности, оно уже вас не покидает. Любопытно, ко мне со всех сторон приходят всевозможные конструкции ума, которые люди пытались прожить и воплотить на земле, приходят, чтобы их привели в порядок, очистили, поставили на свое место, согласовали, организовали, объединили. В общем, приходят все те вопросы, которые люди считали великими. Но тут же появляется снисходительная улыбка, как на детскую возню. Никакого чувства превосходства, ничего подобного. Только чувство, что для решения проблемы выбрано средство, с помощью которого ее, эту проблему, не решить. Так вот, она говорит здесь о том, что все ментальные конструкции, интеллектуальные конструкции, идеи, переустройства окружающего мира, которые изобретают и пытаются реализовать великие умы человечества, действительно вызывают улыбку, ибо они, в силу их неодухотворенности, попросту не жизнеспособные. Ну, кое-что из этого ментального арсенала можно использовать, как косметические средства, не способные, однако, вызвать радикальных перемен к лучшему. Можно как косметику использовать, и чтобы понять истинный смысл всего происходящего в мире, необходимо рассматривать земное человечество как эволюционирующую систему, которая призвана непременно приносить духовные плоды на тонкий план бытия. А упорный отказ большинства представителей человечества сознательно эволюционировать создает гнетущую атмосферу напряженности, которая проявляется в неадекватном поведении людей, в их абсолютно немотивированных поступках, а потому вместо философских трактатов на духовные темы, на религиозные темы и агиток духовных, сегодня требуется нечто иное, принципиально иное, способное пробудить спящее сознание духовно одаренных людей и дать им возможность реализовать себя, реализовать на эволюционном поприще. Так что правильное духовное просвещение, направленное на понимание истинного смысла существования человека и человечества, с действенными практическими рекомендациями по преодолению эволюционного кризиса, вот что сегодня необходимо человеку. То, что способно дать ответ на вечный и, казалось бы, неразрешимый вопрос, кто виноват и что делать. Понятно, что виноваты мы сами, а что делать, сегодня достаточно понятно. Надо просто это делать. Вы не можете это понять, поскольку пользуетесь инструментами, которые не могут понимать.
Но это и не может быть понято, это просто должно быть. И когда вы становитесь этим, когда вы будете этим, тогда не будет никаких проблем. Но человеческий интеллект, каким бы он могучим ни был, он не может понять то, что находится за его пределами. А потому все наши науки на современном уровне – медицина, математика, физика, химия, биология, психология, генетика и прочее – топят нас в частностях, создавая внешне красивые, но мертвые и холодные конструкции, уверяя нас в их истинности. А все кажется значительно проще. Надо, следуя по пути сознательной духовной эволюции, обрести божественную истину в самом себе, то есть стать этой самой истиной, доподлинно убедиться в том, что Бог или высшее сознание, как хотите, это не только тонкая физическая энергия, как считают многие свято верующие в человеческий интеллект, а еще и неизбывная любовь, а еще и благодать, которую не уловить и не измерить никакими суперсовременными или суперсовершенными приборами, которые изобретают люди. Мы можем просто этим стать. И тогда никаких нам доказательств дополнительных к тому, что Бог есть любовь или Бог есть благодать, нам не требуется. Все великие учения, все великие идеи, великие реализации и религии тоже, это еще ниже. Все это такое ребячество. С определенной точки зрения религии, все их боги, они как театральные персонажи, как игра. Это может вас развлечь, но не поможет вам познать себя, не поможет помочь. Это абсолютно точно. Люди до сих пор, включая очень серьезных персонажей, играют в игрушки. Ну, словом, забавляются. Слепое поклонение великим учениям, великим идеям, великим религиям, великим духовным реализациям создает у них иллюзию личного причастия к чему-то истинному и грандиозному. То есть, вроде бы они к этому причастны. Но, увы, увы, абсолютно бесплотному поклонение фантому, который существует в их воспаленном воображении. Все это, я бы сказал, вчерашний, даже позавчерашний день человечества, но никак не завтрашний, ибо будущее творится только сегодня, только здесь и сейчас, так что поиск и раскрытие истины начинается с познания самого себя. Кто ты такой, почему ты такой бедный, больной и несчастный, с познания своего места в этом театре жизни, в этой игре Господа с нами в прятки, игре под названием «Найди себя». Потому от духовно одаренного человека сегодня требуется только одно – незамедлительно стать на путь сознательной духовной эволюции. Путь, в который раз подчеркиваю, вобравший в себя все истинно значимое для практической реализации духовного таланта. То есть надо начать жить по правилам и по законам, установленным свыше. Только это поможет вам стать тем, кем вы должны стать. Нужно идти вниз до самого дна. И это нисхождение на самое дно в поисках не неизвестного. Нет, это не неизвестное. Это взрыв, это похоже на взрыв, изумительный взрыв вибрации любви. Это память, это глубинная память. И нужно превратить эту память в действенную духовную реализацию. Вот о чем она здесь говорит? Она здесь говорит о том, что на самом дне или в глубине самой нашей, что ни на есть костной, телесной материальности, должна пробудиться новая или волновая, или вибрационная жизнь, то есть жизнь, неподвластная смерти. И преодолеть телесный барьер, барьер смертной жизни, можно только посредством супраментальной силы. Супраментальной силы, которая в какой-то момент посредством, как мать правильно говорит, изумительного взрыва вибрации любви мгновенно погружает вас в совершенно иную реальность, то есть божественную реальность, где нет места смерти. И это чудо. Вы, наконец, вспомнили свое истинное происхождение, то есть свои истоки, вы вернулись домой. И, пережив однажды подобный опыт, вы теперь доподлинно знаете, что Бог есть любовь – это не просто фраза, это действительно факт. То есть вы
пережив это короткое замыкание пространственных вибраций божественных и вибраций, замурованных на самой глубине нашей физической материальности, в поле этого короткого замыкания действительно рождается то, что называется острой фазой божественной любви. Так что с этого момента вы действительно доподлинно знаете, и никто вас не сумеет переубедить или как-то перенаправить ваше ощущение Всевышнего, что Бог все-таки есть любовь. Я получил этот аванс от Господа, причем это было трижды, еще до духовного рождения. И вся моя последующая жизнь была нацелена только на отработку этого аванса. Только отработать этот аванс. Я получил подтверждение того, что действительно дальше, так сказать, сомневаться в том, есть Бог или нет, то есть это вообще пустая затея. Он есть, он дал о себе знать в этом коротком замыкании, в этом поле напряженности, вибрации любви. Вот истинная любовь и эго – вещи абсолютно несовместимые. И когда ты получил такой аванс, ты понимаешь, что единственное препятствие, которое мешает тебе как бы отработать этот аванс, нужно с чем-то, так сказать, справиться с эгоистичностью своего существования. И по мере отсечения эгоистических проявлений ты все более и более приближаешься к состоянию, к отработке этого аванса, чтобы вся твоя жизнь и вибрации, которые сопровождают твое существование в новом качестве, были вибрациями благодатными. Вот на это направлена вся работа. А потому не ругайте Творца за то, что Он якобы обделил мир, в том числе вас, своей любовью. Она есть. Просто нужно творчески подойти к тому, чтобы реализовать свое истинное предназначение. Тогда непременно получите опыт или аванс, который подтвердит вот этот тезис, что Бог есть любовь, и что эта самая любовь или вибрация любви находится вокруг вас и вас именно, то есть, как сказал Спаситель в Евангелии о том, и Царство Божие внутри вас и вне вас. То есть вы получаете это подтверждение, в дальнейшем работа на пути, она уже в плане сердечного стремления к освобождению от пута эгоистичности, она уже просто в одном направлении. Там все становится понятным, что вам мешает эту любовь или благодать постоянно ощущать. О силах лжи и неведения, пытающихся помешать божественной реализации, и о их проводниках. Не нужно воспринимать их всерьез. Пусть кричат, пусть протестуют, ворчат, угрожают. Они могут чинить вам какие угодно козни. Все это временное, это закончится, и все. Нужно лишь продержаться дольше, чем они, и все. И продержаться очень легко, если крепко ухватиться за вечное. Даже усилить никакого не надо. И тогда на все вы можете смотреть с тихой улыбкою. Очень ценный совет матери тем, кто пытается... Да, тем, кто постоянно обеспокоен вторжениями пораженческих мыслей, которые пытаются сбить нас с толку, заставить сомневаться в правильности того, что мы делаем. Нужно не обращать на это внимания. Нужно устремлять свой внутренний взор куда-то в будущее, в жизнь вечную, и смотреть на происки враждебных сил, с улыбкой, что ли, с тихой внутренней, не улыбкой. То есть при исполненном уверенности в окончательной победе над всем этим сбродом, который отстаивает право на смерть. А вы вместо улыбки, вы обычно постоянно задаете один тот же вопрос. А что у меня не так? Почему на меня там кто-то нападает? Почему меня тревожат такие-то мысли? Да, все не так. Пока не научитесь улыбаться. Улыбаться на вторжение враждебных сил. Будете улыбаться, будет все в порядке. Будете задавать вопрос, что у меня не так, что я что-то не так делал. Не улыбайтесь на происки враждебных сил. Улыбаетесь когда-нибудь или нет? Или всегда серьезные? А?
Ну, улыбаться надо, вы сразу за голову хватаете. Ой, какой ужас, опять нападают. Нападают. Вы улыбнитесь, нападать перестанут. Они улыбки боятся вашей, искренней. И еще один маленький, но чрезвычайно важный нюанс, я уже об этом говорил, еще раз хочу напомнить. Если враждебные силы вас атакуют настойчиво, то вы идете именно туда, куда они не хотят вас пускать. Вы идете в жизнь вечную. Так что радуйтесь и улыбайтесь. Оставьте только сомнения и не боритесь с пораженческими настроениями. Сомнения оставьте. Их надо попросту, эти силы враждебные, игнорировать, не обращать на них никакого внимания. Как не обращать внимания? Ну так. Ну вообще понимаете, что такое не обращать внимания или нет? Или ум настолько заточен на обращение внимания на всякую чушь, что вы даже не можете понять, что такое не обращать внимания. Ну что такое? Разобрались? Нет. Учитесь. Месяц, два, три, за полгода научитесь. Можно и за два дня научиться. Но вы же не хотите как следует учиться. Вы все шаляй-валяй. Все с вопросами большими. Тело ощущает, что как только оно остается в покое, она говорит о вибрационном теле уже, не физическом. Как только оно остается в покое, оно купается в Господе, и все. И в теле, в нем не мощь, а очень мягкое, благодатное спокойствие. И даже не чувство определенности, ничего подобного, скорее противоположное ощущение отсутствия границ, что-то очень широкое, очень спокойное, очень широкое и очень спокойное, как мягкое доверие. Странно. Это не пассивность, это не пассивное, но такое спокойное, тихое спокойствие и мягкость. Ну, абсолютный вибрационный покой – вот что более всего желаемо, когда происходит твое окончательное переселение в новое вибрационное тело. Мать называет это купанием в Господе. Ты не испытываешь никаких телесных ощущений, указывающих на связь с плотно-материальным миром. Теперь ты, вернее, то, что ты называешь теперь собой, не есть нечто ограниченное в пространстве и времени. Теперь ты нерушимый покой вибрационный, абсолютная безмятежность, но никак не пассивность. Вы активны в жизни, но действуете из состояния покоя, из состояния безмятежности. То есть ты, безусловно, есть, но есть просто как наблюдатель. Наблюдатель себя, себя присутствующего везде и повсюду. Я бы сказал, везде и нигде. В то же время действительно нигде. То есть вот такие странные ощущения присутствия себя вот в новом качестве, в этом новом мире. И передать это состояние словами невозможно, но оно для тебя неоспоримый факт. Факт купания в вечности. И особенно отчетливо это купание в Господе или купание в вечности проявляется, когда физическое тело находится в полном покое, в частности, при отходе ко сну. И теперь так всегда. Это не может больше исчезнуть. Переселились – все. Есть вот такое явление. Если физический организм с его кристаллизацией и привычками заранее не предупредить о новом переживании, то как только оно начнется, организм пугается, ему страшно, он встревожен, он в панике. Все зависит от индивидуальности, но и у самых мужественных, обладающих наибольшим доверием, это приводит как минимум к недомоганию. Начинается с легкого недомогания, с легких болей. Ну, поясню. Здесь она абсолютно правильно говорит о том, как наше тело, наш организм реагирует на прикосновение Божественного к нашему телу, к нашему сознанию нетрансформированному. Для того, чтобы наш организм естественным образом был подготовлен к эволюционной трансформации, ну, во-первых, нужно как можно раньше стать на путь сознательной духовной эволюции, позволяя нисходящей божественной силе поэтапно проводить необходимые преобразования, не допуская болезненных крайностей. И в этом случае наш организм знакомится с силой различной интенсивности, постепенно знакомится, никаких пугающих явлений
при этом не наблюдается. Другое дело, когда трансформирующая работа начинается сравнительно поздно, как это было в случае с матерью. Когда силе требуется для начала разрушить прочный материальный каркас смертной жизни и на его месте выстроить принципиально новую структуру, которая способна породить носитель жизни вечной. Тогда ваше будущее рождается относительно болезненно. Но это стоит того, чтобы, претерпев все, обрести, наконец, ну, то самое спасение, единственное спасение. Телесные проблемы одолевают у тех, кто долгое время, бегая от эволюции, практиковал восходящую медитацию, то есть принудительные подъемы энергии кундалини из нижнего центра. Но сегодня, надо сказать, все трудности, встречающиеся на пути сознательной духовной эволюции, известны, хорошо известны, известны также способы их правильного преодоления. Так что остается только мужественно трудиться, целиком полагаясь на божественную силу. Но когда я стал на путь, то у меня изначально была твердая установка – быть готовым ко всему, ко всем неожиданностям и принимать все как данность свыше. Ибо назад дороги нету. Назад все, некуда назад. И будучи максималистом, я не страдал половинчатостью, там и туда, и сюда. И это очень мне помогло. И все, что со мной происходило, мне было просто безумно интересно. Происходят принципиально новые вещи. Я этого никогда не ощущал, не знал. Это было интересное путешествие, интересный опыт, ну, как бы, духовной эволюции, ну, на собственном примере. А чтобы пугаться чего-то, у меня даже мысли такой не возникало, я ничего не пугался. Так что имейте мужество, коль выбрали то, что решает вашу эволюционную судьбу, решает навсегда. Так что выбрали и идите. А любая боль – это ласка Господа по неведению нами отвергаемая. Он показывает, что он на тебя внимание обращает, а вы все это сводите к патологии. Когда проявляется истина, ложная вибрация аннулируется. Словом, никогда и не существовало до этой вибрации истины, чтобы ее, что ее замещает. Это действительно основание, теория иллюзии. Она говорит о том, что когда истинная супранатальная вибрация обретает в нашем существе законные права, то есть мы становимся ею, что ли, этой вибрацией, и она устанавливает новые порядки, наша прежняя смертная жизнь, смертное существование, протекавшее в поле ложных, деструктивных вибраций, в поле страхов, сомнений, страданий, недомоганий, болезней и смертей, становится просто иллюзией. Иллюзией, которая невероятно долгое время нас преследовала. И, наконец, вы понимаете, что это то, что вам мешало жить, чудесным образом просто перестает существовать. И пребывая в новом качестве сознания, которое определяется настройкой исключительно на божественную волну, на божественную чистоту, вспомнить свое состояние до просто невозможно. То есть память о том, когда нам было плохо, что мы были полны разного рода страхов, сомнений, страданий, психологическая память об этом состоянии исчезает навсегда. Иллюзорным является восприятие окружающего мира. Восприятие мира, наше его восприятие. Мир имеет конкретное реальное существование в том, что мы могли бы назвать вечным сознанием. Но мы, человеческое сознание, имеет иллюзорное восприятие этого мира. На самом деле, ведь мы с вами воспринимаем мир через призму витально-ментальную, через призму чувств и мыслей. То есть мы все облекаем в какое-то чувство, в ощущение и в мысли. Крайне фрагментированное и деформированное
иллюзорное восприятие окружающего мира, восприятие его через посредство витально-ментальной призмы, которая устанавливается прочно в нашем эгоистическом сознании, становится очевидным сразу после рождения нашей истинной сущности. Когда пробужденное духовное око, озаряя окружающий мир действительно божественным светом, открывает в нем все ложное, все наносное, все то, что мешает проявлению истинного видения. В дальнейшем, при нашем окончательном переселении в новое тонкое вибрационное тело, мы становимся абсолютно свободными от всякого рода болезненных иллюзий. И ничто не может ввести нас в заблуждение, ибо мы теперь являемся, неотъемлемой частью божественного сознания. И все, что раньше еще вызывало какие-то вопросы, да, становится настолько понятным, что остается только молчать, сохраняя чистоту там, нового видения мира. Соответственно, по-новому видите, по-новому воспринимаете, соответственно, по-новому действуете. А живя в иллюзорном восприятии мира, вы, в общем-то, действуете всегда неадекватно, потому что иллюзия порождает иллюзорные, так сказать, средства и способы общения с этим миром. И вот попробуй каждого эгоиста убедить, что все в этом мире не так, как вы видите, и все, что вы делаете, абсолютно не так, что нужно делать. Вот. Только открытие в себе этого нового сознания, факты иллюзорного восприятия мира, позволят вам освободиться от этого и действительно увидеть мир таким, каков он есть, и взаимодействовать с этим миром уже из истины, из божественной реальности. Вот. Истина здесь и ложь здесь одновременно. Они полностью сосуществуют в одном и том же месте. В ту минуту, когда вы воспринимаете совершенство, несовершенство исчезает, иллюзия исчезает. Я говорю здесь не о ментальном представлении какого-то неопределенного образующего состояния. Здесь идет о состоянии бесконечно малых и тонких вибраций. Так вот, что такое одновременное существование истинной лжи, о котором говорит мать? Это не что иное, как видение окружающего мира то из одного, то из другого тела, то из физического в ложном свете, то из нового вибрационного в истинном свете. И если устранить ложное человеческое видение, видение через посредство ума и эмоций, то все тотчас становится на свои места. И окружающий мир видится вибрационно совершенным, находящимся в динамике своего становления. То есть это динамический процесс, вечное становление. И никаких вопросов к нему и к тому, что в нем происходит, то есть в этом мире, что происходит, больше не возникает. Вам, как неискушенному зрителю, просто становится все происходящее в этом мире интересно. Действительно. У меня было переживание Вселенной вне человеческого восприятия этого переживания. И тогда тщетность человеческого переживания стала настолько очевидна, что тут начала открываться дверь в нечто иное. Возможно, это Господь охватывает мое новое сознание. Действительно, поначалу очень странно и даже несколько страшновато, если еще не готов к тому воспринимать Вселенную абсолютно отвлеченно, как нечто существующее само по себе, вне зависимости от тебя и от твоего индивидуального сознания. И в этом переживании, по сути, ты становишься частью Творца, который в качестве активного игрока и одновременно наблюдателя в твоем лице проявился в этой Вселенной. То есть ты как бы соприкасаешься с этим миром, в качестве Творца, ты становишься его, что ли, глазами, его органами чувств, воспринимаешь все происходящее так, как он бы воспринимал, или как он воспринимает, вот, по, как бы, твоему научению, по твоим представлениям. А недавно, говорит мать, я вдруг покинула человечество. Мое сознание вышло из человеческого сознания, из-под его влияния. Я сказала себе,
все, что они говорят, все, что они знают, все их попытки, все это так называемые знания, накопленные на планете, это вообще ничто. Нечто, принадлежащее исключительно человеку, живущему в иллюзии. Устраните человека, и все будет существовать без человека. И все те объяснения, которые человек дал всему, это просто ерунда. Вы все стараетесь объяснить, да? В своей жизни, ну, там, вообще в общечеловеческих проявлениях. Вам надо вот объяснить, и все, тогда вы счастливы, да? А все это такая ерунда, если честно. Вы думаете, объясню, и станет легче сразу. Да ничего не надо объяснять, оказывается, в целом. Чем меньше знаете, чем меньше объясняете, а делаете то, что нужно делать, вот тем лучше. Вы становитесь тем, что вы пытаетесь понять. То есть вы уже не фрагментарно, ментально это будете объяснять, а для вас становится ясно, как бы из первоисточника, что есть на самом деле. Никаких дополнительных объяснений, комментариев вообще не нужно. Представляете, вы отождествляетесь с тем, что хотите познать. Вы им становитесь. Для вас это все ясно. Объясняли бы долго, нудно, философские трактаты писали, читали, чтобы лучше это воспринимать. А все это действительно такая ерунда. Ну, не буду вам говорить, вот сами должны это узнать. Читайте, познавайте, мучайтесь. Но не поможет. Явно. Делайте. Делать надо. Вот будете делать, то все упростится. Но это сами вы должны понять. Вот. И когда поймете, тогда и баба с возу, и кобыле легче. Да? Бабы. С возу. А то нагрузили себя знаниями, бог знает чем, и вот не знаете, куда это девать. Много всего, замечательно, и высокая наука, Нобелевские премии, и самодеятельность клубная, вообще все. Вот. А что толку-то от того, что вы знаете вроде бы, или пытаетесь все объяснить? Толку никакого, только путаетесь. Да? Где свобода-то? Нету. А нам свобода нужна. Дайте мне свободу. А свобода только в Боге может быть. А к Богу надо идти. Как идти, понятно. Идите. Все. Так что фантастическое прозрение матери относительно всякого рода ценностей, накопленных ментально-витальным человечеством за многие тысячелетия его существования. Уберите человека, пребывающего в иллюзии, и все эти ценности окажутся пшиком, ублажающим ваше эгоистическое сознание. И больше ничего нету. Человека и проблем нету. На самом деле все будет помимо вас существовать нормально. Только без вас. Слава Богу. А? Но от вас чего-то все-таки ждут. Вы не зря тут появились на этой земле. А чего ждут? Ну, чтобы вы в сотворчестве с Господом все-таки как-то повлияли на то, чтобы этот мир перестал быть таким прискорбно жалким. Только ради этого. Так что работайте в сотворчестве с Творцом, и все будет согласно его замыслу. А потом на первом месте, в ряду наших знаний о человеке и человечестве, должно стоять знание пути сознательной духовной эволюции как единственной возможности преодолеть иллюзию материальной жизни и действительно возродиться, наконец, в божественной истине. Вот что надо знать. А все остальное, ну, прям, надо сказать, лишнее. Встает вопрос, как оно, тело, может измениться? Конечно, я получил ответ. Шлев Рабин как-то сказал, дух преобразует это человеческое тело в божественную реальность. Таким был ответ. Я подумал, да, конечно, но, таким образом, но каким образом это может быть преобразовано? Это проблема. Ну, здесь мать, в которой раз задается вопросом, каким образом тело может измениться, безусловно, имею в виду, ну, видимую трансформацию физического тела, которое можно в качестве какого-то зримого результата эволюционного опыта показать или предъявить миру. Но она заблуждалась, и это не мудрено, ибо ее уникальный опыт эволюционной трансформации к этому времени был в самом разгаре. Ей виделись разные варианты его течения, но предпочтение она упорно отдавала физическому преображению. Но у Господа на этот счет совершенно другие планы. Новая жизнь рождается в недрах неизменной телесной материальности на тонком вибрационном уровне,
создается некая тонкоматериальная вибрационная матрица, которая является носителем жизни вечной. А до момента квантового скачка эволюции, то есть до момента взрывного изменения материальности в сторону ее утончения, новая форма жизни, как носитель нового супраментального сознания, будет оставаться внешне, к счастью, невидимой для окружающих. Возможно ли полная супраментализация всего человечества на физическом плане бытия, как это предполагал Штев Рабенда? Ну, на наш взгляд, в условиях теперешнего состояния сознания подавляющего большинства насельников Земли это крайне маловероятно. А что дух преобразует человеческое тело в божественную реальность, как сказал Штев Рабенда, это не вызывает сомнения. Но на каком плане эта реальность проявится, на тот момент матери было еще непонятно. Хотя у нее вот эта новая структура народилась, новое сознание полностью ею овладело, но она фантазировала вот по поводу преображения физического тела в нечто зримо-видимое, вот, как результат духовной трансформации. И дальше она интересно говорит, и ответ всегда один и тот же. Это не может зависеть от наших усилий. Конечно, понятно, что мы должны сделаться настолько пластичными, наполненными доброй волей, насколько это возможно. Речь идет о теле. Но это изменение не может зависеть от него самого. Оно не обладает таким знанием, оно не обладает такой силой. Следовательно, изменение может зависеть только от божественной воли, от божественной силы. Да, она делает совершенно правильный вывод, что эволюционная трансформация физического тела и наработка в нем или проявление в нем вибрационного носителя жизни вечной не зависит от нашего желания, от наших усилий, от методов, которые мы используем. Это занимает, да, этим занимается исключительно нисходящие божественные силы, которые требуют сознательно открыться с помощью метода, да, открылись, метод устраняется, и она работает, и в ее работу не надо вмешиваться умом. От нас всего-навсего требуется стать, ну, я бы сказал, великими бездельниками, не включая ум, наблюдать за всем происходящим со стороны, куда уж проще. Но теоретикам и интеллектуалам, не желающим отказаться от своих догматических взглядов на проблему бессмертия, в частности, это кажется чепухой. А потому хочется им напомнить, что только практика, исключительно практика, является критерием истины. А вот с практикой у теоретиков, как бы они ни пыжились своих мысленных экспериментов, дела обстоят из рук вон плохо. То есть спорить с теоретиками, имея практический опыт духовной трансформации, эволюционной трансформации, ну, совершенно бесполезное занятие. Бог знает, никогда, ни минуты в моей жизни, даже когда все было мрачным-мрачным, черным-черным, самое негативное и самое болезненное, ни разу не появилось. Я бы хотела умереть, я бы хотела оставить эту жизнь. А после опыта духовного рождения в 1902 или 3-м, или максимум в 4-м году, вот уже 60 лет тому назад, полностью ушел страх смерти. Теперь у клеток тела есть чувство собственного бессмертия. Вот она здесь вспомнила свое духовное рождение, которое у нее было 60 лет тому назад, вот с того момента, как она родилась в духе, прошло 60 лет. А опыт духовного рождения, вот после духовного рождения, а это обретение, по сути, психологического бессмертия, это когда в один момент, вот в момент духовного рождения исчезает страх смерти и все прочие психологические страхи, сопутствующие страху смерти, в самых мрачных и болезненных по человеческим меркам ситуациях, вот эта тихая внутренняя благодать, ну, то, что вы всегда были, есть и будете, вас никогда не поедает, ибо вы теперь всегда дома, на территории Божественной Души. А со времени вашего окончательного переселения в новое вибрационное тело факт обретения вами подлинного бессмертия для жизни вечной уже не вызывает никаких сомнений. Но это чувство нельзя ничем измерить.
невозможно выразить никакими словами, но для вас оно более чем реально, ибо вы и есть то, чем стали теперь. То есть вы стали, ну, мягко говоря, неотъемлемой частью Господа, который теперь пребывает в вечности. Вот такие чудесные превращения, трансформации вот, вас ждут на пути постижения истины, на пути сознательной духовной эволюции. Это реальность, та самая реальность, которую вы способны обрести, следуя рекомендациям по реализации этого пути.